В принципе, мне да. без разницы. Ну, спекайся в демона. Окей. Я считаю, что демон, я в принципе. Пошел, я... Окей, я пошел пока душу на фарм. А в десятке иступления надо будет снимать? Да. Ну, можно снимать, но не горит тут там жирный, его и так не пробьет. Ну, а, ну все, тогда не буду я дамазать. Все, понял. Лень. Так, что там, фласки надо, блядь, еще они там у меня валяются. Я перед тулом выпью. Куда вы все вышли, блядь? А, у меня же, блядь, травиника ебаная, ладно. А, кстати, кто-нибудь катает БГ? Где взять 213-й ПВП шмот? Клаки. А там просто за просто так можно взять? Ну, в смысле, за Аполь, За Хонор. За Хонор ты, получается, катаешь и получаешь за Хонор, и потом с помощью этого же Хонора ты будешь их увеличивать. Да, но при этом ты должен ранку сейчас увеличивать. Подходишь к Лаку, говоришь, слышь, пидоры, быстро мне шмот нахуй. Все сбегаются, тебе начинают, блядь, давать. Вот, я вот такой вот купил, типа, сет за этот, за ОД. Его же можно прокачать? Да. Нет. А чё, где лок? А, не. Там стартовый. Стартовый можно быть только, вроде. Да, только стартовый. 213. И потом ты можешь дальше, вот, который у тебя есть, ты его дальше покупаешь, они дороже, и дальше будешь покупать и апать. А, вот это, короче, надо сперва купить стартовый 200, его апать, да? Да. Нет, а, ты его апать, там, получается, будет один токен, и ты одним токеном будешь все шмотки апать. Угу, понял, спасибо. Так, рыбу ставлю, кушайте. Танк, ты на танком, на танк, когда закончится первый босс, на нем будет много стаков, поэтому хилы прохиливайте. Выйдут черви, заливаете кислотного, никто никуда не бегает, сбрасывает стаки, спрятались черви. А, на танк, кстати, наверное, это не будет дебафа. Ну, похуй, там прохилим. Если дебаф останется, на тебя танк, да, пробежишься, разморозишь. Нет, ну, плевать. Не горит, но конечно, видите. Вот, выйдет рев, ну, под 4 орды встанете и все. По дороге буду говорить, что делать. Так, что там? Эти фласки. Тычка, дай столик. Тычка. Сегодня еду не поел. Съешь еду. Эскалор, тычка сегодня. Околмен, фласки пейте. Ну, если вам шмотки какие-то нужны. Лок, ты что, это не в демоне, да? Все, смотрите, так, что надо сейчас это брать? Почему? Чем ты? А, это демон с бесом, что ли? Ну, конечно. Что не хватает? Смотрите по бафам. Может, чего-то нету? Не, там кто-то про дискорд что-то говорит. Где, что, не вижу. Сегодня попросил его перекинуть куда-то. Все, понял, сейчас. Смотрю, нас тут 10. Кто из них сегодня, не знаю. Бой. Спасибо вам большое. Ты попроси просто роль, я тебе дам, и все. Какой у тебя Владимир, да? А, есть у нас роль, в смысле ограничение в канале 10 человек. Ну, у нас да. 12 сидит. Кто-то зашел, да, все, понял. Так, что, друлебаф у меня нет? Друлебафа, дайте. Все, отлично. Настой у всех есть, все запускаю. Рэндж наберите, оставьте в центре место для хилов РДДшных. Снобль вываливает сразу под босса, заводите их, закливают. Пойдемте на групп лути, чтобы долго не разраливать. Если вам шмотка нужна на офспек, все равно не дайте, иначе расчарится. Там, если вдруг заберете, она кому-то нужна, там уже разберемся, ничего страшного. А, я как раз выйду из этого канала. Теперь еще раз больше. Ничего страшного. Тогда посижу, послушаю. Мы тебе можем еще стрим рубить, чтобы тебе вообще весело было. Воу, полегче. Два стрима достаточно. Все включили. Мне одного достаточно, ребят. Прекращайте. В окна. Поехали. В три. Сука. Thank you.
От огня убегаем сразу. Сноболь сейчас полетит, готовимся. Сноболь, да? А, под боссом заливаем сноболь, да? Отлично, поехали боссом. Сноболь на подвоз, ага, заливаем сноболь. Все, поехали в босс. Сноболь сейчас вывалится. Под боссом сноболь заливаем. Больше снова на танке залейте фокусом. Все, добивайте нас. На танка не бросайте, он будет урон все равно получать после смерти. Дохиливайте. Ждем кислотную. Лужи будут появляться под боссом. Медики, смотрите внимательно, не стойте в упор к нему прям. 5, 4, 3, когда скажу сегодня, прожмешь 2, спокойствие. 1. Все, поехали в кислотную. Шаман, давай Геру. Сейчас лужа будет. Уже. Ну, ебать, сам затупил, да. Хотя я нихуя не лужу, умер, меня плевком убил. Брюзги, да. Не знаю, почему, блядь, меня так сумшот. Ну, а я стоял в сторону альянского щита, в принципе, не должно было убить вас. Давай чуть-чуть их подальше будем отводить, а то... Ну, типа, немножко неудобно. Блюнуло на нас просто. Как-то... Ну, вот чуть подальше отводить и как бы отворачивать их пожестче. Ну, типа, не так, чтобы, знаешь, как бы лицом они там типа щит или куда-то к тому. Кушайте рыбу. А там вообще кислотная, когда они такой выходят, она пассивная. Там есть же режимы у червей. Пассивный и активный. Когда выходят, кислотная пассивная. Это значит, что она под себя лужу не срет, только плюется. А активная срет под себя лужу и блюет. И потом они меняются после закопки. То есть можно на пассивную хер забить, рядышком с ней там стоят, но самое главное огненную держать. Вот, так, все, барабаны даю, разбахаемся и поехали. А что у нас, ни одного упало? Ну я дал уже каски. Ёпки. Запускаю. Просто постарайтесь, если танк не выставил огненную, не лезь, подождать немножко, пока он выставит правильно. А ебать, я бомжара по ДПСу, пиздец, стыдно. А почему, кстати, пухи 1.6? Это, блядь, лучшее, что я вообще успел выбить за неделю. Пуха вообще одна танковская, так что ты не доебывайся на меня. А не проще спекнуться в блада? Ну, он столько блад не даст ДПС. Да, хз. Блад вначале это слабенький, а потом будет все. Сноболь полетит сейчас. Сноболь до подбосса заведите. Заливайте сноболь.
Снобль под боссом заливаю. Босса завели, бьем с тобой. Все, ждем червей. Осторожно, сейчас огненная, чтобы вбивать, она нас не попала. Встаньте вот где я на ДК стою. Геру. Геру, да, Геру. А, 30 секунд. Ну, тогда ничего страшного. Сегодня прожмись. Вот опять стали сильно близко. Ничего, добиваем. Ну как добиваем, еще половину? Бить в спину. Сейчас спрячусь. Я замерз. Да, танк разморозишь хила? А на мне нет дебафа. Ну, ладно, понял. Я хожу во сне, не успел прохилить. Еще один минус. Ты танк не можешь огненную поближе подтянуть? Она стоит гораздо дальше, чем кислотная. Да я упал. Да хилы заморожены были. А на мне дебаф не вешался. Я понял, не, он не то, что не вешается, он тебя снимается. Парни опять сдохли. Просто ты огненную постарайся поближе подвести, она стоит очень далеко от тебя. И нам, чтобы бить кислотную, приходится под хлебало огненной вставать. Может, не будем сводить? Может, все-таки... А, мы в одного танка, да? А ты тут не можешь не сводить. Просто нужно огненную завести максимально в очко. И встать... Тогда уж тогда, если ты хочешь. Ну, не хочешь, а тут только один выбор, что тебе нужно стоять в воротах, а не в углу. Сейчас покажу. Значит, просто подальше ее отвести, да и все. А, ну. Ребята, извини, что я перебиваю. И момент такой. Когда огненная приходит, ты ЛПшками накидаешь кислотную, и огненную отводишь, и там лужу разливаешь чуть дальше ворот, и обратно возвращаешься. И все. Ну тут вроде не от лужи умирает. Просто смотри, вот когда вышла огненная, ты ее поймал, вот так вот подвел, она максимально подошла, и вот сюда вышла, вот так вот стоишь, танкуешь. Все, огненная на тебя смотрит, кислота на тебя, мы вообще вот здесь стоим, ее бьем. Типа огненная даже лужу насрет, мы даже рядом с ней не будем стоять. Все, как бы все. Понял. Так, по бафам все есть. Смотрите. Все, поехали. Настоял, Старгерай. Да, у меня тоже кровяника выпута. Нер болит. Согласен. Че мы ВК выносим, а здесь не можем, что за хуйня? Да, ДПСа достаточно. Первый раз вспомню, когда мы ходили. Больше 5000, наверное, никто не давал. Если ты с нами был, конечно. 3, 2, 1. Кризал Дограда. Я вам подведу, что-то. О, горит там.
Снобль заливаем. Снобль. Заливаем снобль. Снобль полетел. Дули под босс снобль. Заливаем. Снобль вывалится, убейте его сразу. Снобль разбивает. Все, ждем слота. Ну и все, иди в центр ворот. О, отлично, все, стоим, бьем в слот. Прохиливать танк, он что-то будет много урона получать этот танк. Она кого-то другого пиздит, это унти. Стойте тоже слотный немножко, оранжи. Друль, готовься, скажу, когда тебе. Прохиливайте на максимум, если есть, он прожаться, АДК прожмись. А я спокойствие давал на той пуле. Ну, понял. Прист прожми, гейм. На присте дебаф, если что, разморозишь его первым, когда они спрячутся. А, нормально, снял. Крил умер. БР, да, сегодня? Блядь, ну плотно. А как ты умер, думай? Да там лужа, она все больше. И еще кто-то зашел. Давай, блядь, может еще. Тебе, я друлю. Блядь. Не в танке дело. Ну, это все, это конечно. А, подняли, да? Ну, все равно. Я поднял сразу же, ну, типа, пока встали там. Она-то еще, видишь, плюется. В друля попала, короче, и друль умер, да, под дебафом? Да. Может, второй танк есть? Это дело не во втором танке, просто мы ВВК прохилим эти метки, а тут не можем прохилить. Это же странно немножко. Что там вообще падает? А я там в луже стою, слушай, я лужу лутаю. Да, тебя, ну, ты, конечно, получаешь урон, но ничего страшного. Ну, ты, в смысле, ты же из лужи выбежать должен. Ну, конечно. Да, я выбегаю с нее, я не достаю до, которая стоит в углу. Да, пофигу на нее. Она плюется, тебе главное на ней набрать агро. Она, кроме того, что плеваться, ничего не будет делать. Ты когда отбежишь, она будет все равно на тебе агро и будет тебя плевать, ни в кого-то другого. То есть ты можешь огненную вводить вообще срать, а мы стоим, бьем кислотную. Понял, да, как работает? Ну, а просто... На одного босса танк нужен. Да нет, просто бомбы не у меня вот на кислотной, я ЛПхи кидаю, а лок все равно на первом месте. Ну, конечно, он агро будет рвать. Ну... У нас есть второй танк или нету? Так будет проще, конечно. Че, СЛР у тебя есть? Ну, спекнись на этого босса. Давай, поставь локал маншкаф.
У нас, по-моему, прошлый танк делал, ну не буду пиздеть, он перед лужей уводил огненную, вот где-то там ее разливало, и он обратно прибегал, убирал огром. Шапистые танки. Так там же вторую мейтнери держал, нет? Да нет, ну одного танка потом. Может, мы пару раз до танка сходили, а потом в одного ходили. Да, тут дело не было, блин. Все, бафы скинули. Так, скажите, что делать еще раз? Эскалор отель? Да. Ну, тебе нужно будет на первом боссе забирать с танка со второго агро, когда на нем там 4 и больше стаков. Он с тебя переагривает на тебе стаки. На, когда выйдут черви, тебе нужно будет стоять, танковать кислот, ну, то есть забиться в угол он туда и стоять ее танковать просто. А второй там ДК заберет огненную и будет ее водить. То есть разлил лужу, перевел. Все, ты вот здесь стоишь на варе. Да я думаю, на первом там можно не это... Ну, как хочешь, типа. Слайк, на втором вот, на втором боссе, которая первая хуйня выходит, ты ее агришь и уводишь вот сюда, вот в угол, под ордынский щит. Я вторую танчу, кислотную. Кислота просто меньше дамажит. А, ну, короче, да. Короче, кто-то уводит одну вот сюда, а вторую мы все... Когда уводит, вар танкует, все. И на третьем боссе тут ничего тебе делать не надо. Все, запускаю. На третьем боссе ты жмешь ХСЭ, бегаешь спек. Ебать, 3 раза вверх, всего 10. Вот нет, чтобы обратно спекнуться, не нужен камушек. Я могу тут спекнуться. Нажмешь бабл тогда. Ты же воин. Это я люблю. Двиги в эту шлаковую лужу. Снобаль пошел. Снобаль заливаю. Больда заливаю. У меня нет БР. У меня есть. Скидывай. Чё ж так? Лужа, что ли, умер? Снова пошел. Под босса заведите. Заливаем снова. Следующий уже снобль быстрее бить. Зайдите. Заливаем следующий. Просадка на бейс. Ну да, если я на третье место вышел, что-то тут не так. Нам Крист умирал. Все, ДК уводи огненную. Ваш, чтоб она бейс не смотрела. 4, 3, 2, 1. Поехали к слотам. Первый 2 шамак.
сегодня готовься. На пленнике будет поражать. Заморозила кого-нибудь? Нет. Нормально все. Сегодня нажми. 5 человек. Приз нажми им. Сейчас они спрячутся и пробежишь с АДК. Мелизону обязательно. Все, ДК, беги. Все, кто зелененький, мы. Все просто. ДК, все отлично. Сейчас вылезет. Еще кто-то заморожен. Танк разморозьте. Ну все, один танкуешь. Добивайте кислот. Не, все нормально. С меня снимите. Блять, БР еще нет. Нормально, нормально, есть. На мне была ССК. Все отлично. Че за фигня, блядь? Огненную кто держит? ДК. Служи, ага, поехали огненную. Левки сейчас будут. Поздно. На полном огонь отбегайте от пати. Сегодня на тебя огонь, просто выбеги, да. Поднимите танк. Танк прожмите, если есть что. Все нормально, спрятался. На ком огонь еще раз выбегите, локал, да? Сейчас кончится уже. Все вылезло. Поехали. От лица уйдите. Сегодня откатится БР, да, Друля? 20 секунд. Так, сейчас брызги будут. Может не разбегаться, но прожмите сейчас. Скажу когда. Через 3 секунды брызги прожмите, на ком будут брызги, отбегите. А, он спрятался, все, понял. Сейчас добьем. Я метку поставил, за ней двигайтесь. Все, подсчеты орды становимся, туда уводим. Лево. БР скинул, ага, давай. Осторожно. Не умрите, пока танк не добежал. Пружинки не отдавайте, когда врежется, да, уже давайте. Прохиливайте. Прожмитесь. Все, ок. На Друля бежит. Убегайте. Все, прожимки отдали, залили. Нет БР. На подавана бежит. Ну чё же, не отбегайте. Серьезно? Хилы не ставьте в одной метке, чтобы обоих сразу не замораживало. Хожу во сне, на тебя бежит. Блять, ну чё? Я не успел, прям не хватило времени. Так ты беги, да, в другую сторону. Чем к воротам бежишь там? Там угол. Там угол, то есть тебе приходится бежать по диагонали. Значит, ты свою эффективность бега снижаешь. Тебе лучше бежать под углом 90 градусов.
5 друлина. Сейчас тут заняло. На по два набежит. Сейчас друля уебется. Как ты в центре оказался, странно. Даже с центра успевает бежать. Ну да. Просто странно, что не откинул. Разборка пидорская. Так, ну рубу обновлять не буду, там человека 3 умерло, всего ДПС это не прибавит. Что, разролили? Шейник кто забрал? Вот духа, ну все нормально. Можешь спекаться обратно в арм. Как спекнешься, кинешь песик. Ага, отлично. Все, запускаю, по дороге расскажу. Наберите ранж друг между другом. Танк. Ну ты знаешь, да, что делать танк? Не нужно объяснять. Угу. Да. Хилы я буду говорить, метки, которые прохиливают. Ну, там и сами выйдете. На костах я сам посижу, все косты собью. Появятся големы. Заливаем по фокусу голема, буду метки ставить. Хотя метки не буду ставить, просто бейте все големы, которые видите, потому что у меня с босса нельзя слезать. Вот, маг, заберешь тогда сам. Коба, это ж ты на маге? Да-да. Заберешь все стаки тогда сам, никто не диспалит. Каску сейчас дам. Дал. Все, телок не заливаем, а вот големов нужно убивать. И метка будет кидаться огненная. Постараюсь линковать, нужно с ней убегать. Если вы на паладинов нет, маг только глыбы может снять, все. Остальное прохиливается. Когда големы вывалятся, нужно будет прожать все, что у вас есть на защиту, чтобы хилам было легче хилить. Три секунды на начало. Не бейте прямо в одну секунду, все, поехали. Ясно. Я все сбиваю. Толки появились, забери танк. А, прохильте, друля. Дух, она красава побежала. Прохильте лук у меня. Он промазал сбитием коста, сорян. Пламя что-то будет. Локал мэн на себя. Скоро налево будет. Прохильте сегодня. Големов сейчас будет появляться, нужно фокусить. Поехали в инферналов. Метки не ставлю, бейте сразу все. Прожмитесь на защиту, если у вас тут есть. Бейте големов.
Ладуху прохить. Инферналов добивайте. Еще один. Каст хожу во сне, позбиваешь босс? Сейчас хотя бы один сби, пока я бегаю. Ага, все, я здесь, позбиваю. Прохильте меня, сорбираю. Одну зальем, госпожа? Не, не надо. Они не мешают. Владуха на тебе. Да, я вижу. Ты не веди под хила, сильно близко. А там это занято было левее. Я понял. Ой, правее. Давай. Ну, инферналов нужно будет сыграть, я думаю. Смотри. Да, еще целая рампа. Мазом, ебаная в рот. Не успеем. Да успеем. Прожмемся сейчас, инфернал если вырезать на защиту, на урон. И добиваем босса. Не, 15 секунд. Отлично, заебал. Все отлично. Все, убирайте тотемы, отходите под щиты Орды, вызывая чемпионов. Хорошо, давай. Что там, кто не тыкает, не разролили еще. Скалор, спекнешься в танк? А, тебе нужно улетать, да? Ну ладно, тогда забей, хер с ним так убьем. Да на оковах поебашите. Ну, поконтролим, побегаем, ничего страшного. Тогда ДК хватай Энха. Нет, хватай ДК, он самый здесь ебанутый из милика. Вот, хватаешь ДК, уводишь вправо. Мы слева заходим, заливаем сначала жреца, потом мага. Вот. Будут бегать два милика, то есть нужно постоянно смотреть, на ком они сидят, я буду говорить, скейпы прожимать, массейвы какие-то, что-то еще. Все вас играют, вы бегаете, не бьете боссов. Вы просто меня кто-то похилит? Да ты, в принципе, сам себя похилишь, что нет? Одного-то босса поддержишь. Ну и могут сейчас много побежать на меня. Ну, если что, то... Да, я подумаю, наверное, друль обхотаешь его и просто убежишь. Mm-hmm. Не нужно с ним стоять рядом. Вот, по контролям. Коба кинешь в мага превращение, пока в него не играем. Локал мента здесь. Ладно, понял. Друль сегодня, ветерки покидаешь. По контроль, наверное, этого шамана. Там бегать будет за кем-то, тебе нужно у него ветерки, корни скинуть. Ну, постоянно держать его в контроле, чтобы он ни за кем не бегал. Вот. Ну, в принципе, вот духа у тебя есть. Я, ой, этот, намазать на антихил. Вот духа. А. Есть у тебя яд на антихил намазать? Да, конечно, сейчас намажу. Отлично. Так, ну все, ждем локалмена. Да, он там пропал. Кто у нас проверил? Все, намазал. Отлично, покушайте. Отдави тьму. Да, пристабав можно еще? По-моему, больше дает
рога. Ну, лишним не будет, там это сильно ДПС его не снизит жутко, но лучше будет, я думаю. Локалман, ты здесь? Поконтролишь дерево, как обычно? Ага, все хорошо. Ну и масферы скидываем, там какие-то контроли, там ардру скидываешь на себя, корни, которые на тебе плавают и так далее. Все сами знаете. Так, ну я один ДК, так что буду притягивать. Вставайте на позиции, ДД слева заходит, танк справа. Так, до Геры 5 минут. Ну, без Геры, что, позже попробуем. Так, что, отчет даю и поехали. Сейчас найду этот макрос. Танк огре, как отчет закончится. 3, 2, 1. Жреца заливать. Там много побежало, друль сядь. Если проблема будет, смотри внимательно, хожу во сне за друлем. Нужно будет его захиливать, пока он бегает. Мы сейчас танк стоп. Ничего, ничего страшного, друль уже там. Наливаем приста и... Ну, бьем мага, давайте, ладно, ничего страшного. Хожу во сне, прохили на фул дерево. Ага, держи. Я сейчас отбегу, утяну мага, смотрите внимательно. А, блять, он сам портнулся, вот уёба, блять. А я с него Геру спиздил, заебись. Все, он еще в конце глыбу нажмет, так что готовься, это просто мой. Не нажал. В друля играем. Он ближе всех. Что-то они вообще как-то отлетели на еде. Никак, блять, ВВК их полчаса долбишь. А. А я всех меликов, получается, забрал? Да. Ну, что, да, ты власть переключил, да? Да, да, да. Я переключил, лужу кинул, и все, все на меня побежали. Поехали. Так, шабада давайте сыграем. Сейчас его притяну, там притяну. Ну, сейчас пиздец будет, так что три там контроля скидываем. Все есть. Атмосфер там и так далее. Сегодня в тебя там было. Потом в тире играем. Поехали в тире. Сейчас притяну к вам. Блять, стан поймал. Бабл нет, не спалишь, блядь. Боже, надо мне ткнуть. Понял, стан, да. А нет, ткнул собака. Шо, треня? Все ебало в тренях, блядь. На танка не вижу всего. Тапки надо идти кому-то? Тянув... Нить, нить, если тяну в спек, нить, там разберемся. Да на пристах хуйня без хвоста. Так, запускаю, отходите. Сейчас появится валькира. Да я думаю, хилы тут прохилить, ничего даже не надо собирать, никакие сферы, как бы уже очень просто. Берите белую, подходите к черной, метки сейчас поставлю. Че? Обычно, когда говорят брать черную, мы такие, опа. А какая разница? Да мы привыкли по снам, когда говорили брать черную, бежать к белой. Ну вот мы какие-то нестандартные. Ш
что справа, что слева, та же хуйня. Так, я буду по спецспособностям говорить. Щит сам собью, если что, не нужно его сбивать, когда мы сломаем. Тотем от огня, шаман. Когда цвет тут... поменяем, белый шарик, это огонь. Нет. Да, можешь поставить тотем от огня, паладинов у нас нету. Да, встаньте в один фрейм, чтобы лишние сферы мы не лутали, урон не получали. Так будет легче. Для этого я метки поставил. Не нужно, когда будете менять сферу, прям вот вставать в нее, вот так вот никому не давать нажать. Стоите вот здесь, никто никуда не двигается, меняем сферу. На перебежках буду говорить, прожимки кто какие тыкает, чтобы легче было перебежать. Все, отчет даю и поехали. Бьем в темную. Танку нужно темную. Танк, темную возьми. Танк, 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 танк. Стой, темную возьми. Тебе нужно противоположную нам брать. А у нас ПБЛ. Когда даем? Все, можешь агрить танк. Ну, я скажу, когда, если вообще будем давать. Ну, ты просто скажи, что прожимки-то когда давать. Темную тоже агро набери, чтобы она не переагнулась. Не бейте. Сейчас я поставлю. Не бейте, я скажу, когда рога может бить. Вот, да, хитрость. Все, поехали. Жим сразу дойдете. Гера дается под фулл стаки. Что это такое? Бам, нахуй. Ха, нихуя себе. А что это так? Но вы мне не дали набрать, я даже ничего не раскинул, ни мор, ничего. Чисто по кайфу просто падайте, въехали. Падайте, падайте, падайте. Так у нас хила убила. Да? Ладно, тогда сейчас сферы пособираю, сам побегаю. Когда рейд встает, берет белую и бьет вальку, которая возле белой стоит, танку тоже надо белую брать, потому что мы бьем белую. Ну то да. Вальку, которая эйдис. Потому что мы все через нее играем, а не через ту, которая справа. Да, убил я. Давайте пособираю все-таки сферы. Заходите, рыбку ставлю. Так будет немножко легче. Да всегда с темной начинали же. Там разницы так. Нет. Мы всегда с белой. Ни разу у нас темной не начиналось. Все, берите. А, мне же темную надо. Вставайте в метку. Каску. Все, отчет на пул даю. Давай подождем. Ты книжь готов, как у тебя бурсты откатятся? Да, откатится. 10 секунд дайте ему на агру, откатится все. Давай, давай. Танк можешь тащить. Не буду отчет давать, тащи. Погнали. Да, тащи. Сразу не бейте. Давайте танк скажет, когда можно бить. Танк не забудь. Давай. Поехали, боссы. Спецспособность 15 секунд. Готовимся к спецспособности. Бьем в ту же самую. Бьем, бьем, я собью каст. Я собью. Нет, я почему-то срываю агро со светлой. По двум. По двум, потому что, наверное, бьешь. А хотя нет, это же мак. Не знаю. И Сарижа, помнишь, раньше подыхал, потому что тоже срывал? Да. Клонов прожми. Уже. Да покури, да бьем. А ты талант брал, но снижение на край. Я надеюсь. Скоро спецспособность готовимся. Ничего не меняем, хилы готовьтесь, нужно будет меня прохилить. Я, конечно, прожмусь, но что-то буду получать.
Так, Афродита, ты чего умерла? Сферу, что ли, меняла? Отдай БР, Андруль. Дали. Все отлично. Ну, пьем дальше, ладно, что страшно. Если по мане будет проблема, скажешь, тебе код даст. Это дам. Перебегать не будем сейчас? Нет, дальше бьем, мы же ничего не меняем. Или меня, да. Нет, меня. Не успел. Черную берем. Берите черную. В черную еще раз говорю, взяли? Кто не взял? Все взяли. Все, перебегайте. Перебегайте. Приз нажми, масхил. Все, отлично. В один фрейм. Вставайте. Я одну черную полутаем, без баф. Летел. Скоро спецспособность, готовимся. Бьем ту же самую цель. Ничего не меняется. Я собью краску, бьем. Прохилить. Поймал пару сфер. Опа. Хороший поп. Я с таким до сих пор хожу на мейн. Блять, ебаный кинжал. Разруливайте, я запускаю. А как так? То, что Макс срывал вторую. Не знаю. У них вообще общая? Да не, у них, да, у них общая, но потом она становится, типа, если бьешь типа в одну, оно набирает только в одной. А мы снесли пол хп, Мак набирает все равно агрессию. Типа по 10 тысяч я даже столько не набираю. Прям очень много. Ну, какая-то механика странная. У нас он тоже шаман срывает всегда ВВК. Непонятно почему. Так, ну сейчас тоже в одного танка будут выходить мобы, просто их под босса заводим, клеиваем, заливаем. Крис, тебе нужно? Угу, я с одной дыркой. У тебя что, хуже, что ли, Крис? Ну. Ну, типа там тоже такая же, только на одно гнездо меньше. Да, дырка чисто, блядь, 30. Ну да, но все равно, что эти БКшные сакеты нормально дают. С ИВК топовый, это с тремя дырками. Да пиздец, она не падает нихуя. Mm-hmm. Да, вообще там какая-то очень мощная этот посох. Блять, ИВК, по сути, тут 2-3 шмотки. Ну не ИВК, вот эти все ики. Оня там, не знаю, одна шмотка. По то, что можно одеть или что? Ну да, типа вот 25-ки туда ходят, считай, ну почти никому ничего не надо. Ничего нету. Все полезно. За выбором, за утешением и все. Да. Выбор, утешение. Выбор, ну, здравая тема. За сферами. Да, за регами, блин. А как ты умер? Ну, кто-то лед прожал. Я даже знаю, кто подумал. Ну ладно. Все упали, все прям упали. Ладно, из колора я тебя не буду ставить. Хожу во сне, поставишь? Тоже рыбы нет. Да, я помню. Да, ну лучше, ну. Ладно, ставлю. Кушать на здоровье. За 8 минут убьем, нет? Там есть, в теории, да, но что-то я не верю, что мы взяли таких с первого раза убили. Я в нас не верю. Но стараться буду. Так, ну, что там, а то у нас... Так, собери
штук 5-6 чуть. Скоробей. Сейчас разобьем их. Душ надо набрать. Давай, да, согласен. Танк собери, пока. Можно еще каску и баф от мага. Что, каску и что? Баф от мага, то он забывает иногда их давать. А, да, у меня нет баф от мага. Блять, ну. Кабаец побьешь сферы, кроме тебя. Ну, знаешь, да, как здесь две, там две. Можешь вообще здесь бить, босса копается там потом. Чтоб не бегать, здесь одну просто сбей под боссом. И все. Да, я сразу 4 собью, да и потом не буду париться. Ну, как знаешь, ну будет лучше, если одну здесь собьешь, положишь домашнюю. Потом уже поразбиваешь, когда босс будет копаться. В общем, буду по ходу закопки говорить, кто где остается, кто куда бегает. Бопов нету, ничего ебаться не придется. Босс здесь закопается, сразу разобьет первую сферу. Ну, вообще, я его переагрю, босса, и немножко отведу перед тем, как он закопается. А танк держи дальше мобов, чтобы лишнюю сферу нам не разбило, много не займет. Ну, постараюсь так сделать, на ДК пока так не делал. Вот, босс закопался, все убежали к воде. Сферу разбить ДКшникам вообще легко. Я не про это. Это я знаю, что можно разбить. Я тебе говорю, что я босса буду выводить, переагривать перед тем, как он закопается. Чтобы он не разбил лишнюю сферу. Ну, лужу лишнюю. Бежали к воде, на кого метка выбралась. Я сказал, остался, все остальные опять начало убежали. Так и бегаем. Ты не понял, да, там, что я имею в виду? Да, я понял, я понял. Все отлично. Ну, это не обязательно, типа, разобьется тут... их, пусть десятки тут сфер до хрена. Вот. Ну все, что там по бафам, смотрите, есть у вас, нет. Что у вас, позаканчивались настоем? Ну ладно, тут не горит, можете уже не пить, не такой охуевший босс. По желанию, короче. Даю на пул время и поехали. ПЛ? Да, давай с пула скинешь. На ласт фазе хилы обязательно метки прохиливайте, остальные так более-менее. Поехали. Танк? Гуляй. Геру, Геру, Геру. Берем сферу. Банк висит. Да, давай, Геру. Вышел моб. Поймал. Сфера есть. Нет, вышел, пытаемся. Моба фокусом бьем. Поехали в моба играть. Второй моб выйдет. Что-то много ты там сфер нахуярил. Ставь 4 сферы. Вышел моб. Там забери. Отлично. Заливаем моба. Босса отведу. Сейчас. Прохиливать? Бля, меня заморозил. Прохиливайте меня. Все, закопался. К воде убежали. Добивайте моба. К воде побежали. Бьем скоробеев, не забываем. Приз на тебе. Остальные в начало, кроме приста. В начало бежим, там, где босса били. Скоробеев не забываем. Приз точку, да, красиво. Все. Все, стоим, ждем. Друль остался, дерево. Все остальные к воде. Ладуха на тебе, остальные в начало и в конец забиваемся в начале. Ну, самый дальний. Но он где-то на середине, но он на середине вылезет уже. Да, да, да. А ну на мне отлично, я еще прожмусь, что вдруг. Уже выплывет. Сейчас вылезет там, готовься. Бля, вылазь, заебал, прохитри меня. Вылез. Ну ладно, дай. Блять, нам обычно две сферы хватало. Давай БР, да, слишком близко, да? Слишком близко сферы лежали, поэтому немножко не успели. Ну, Под босса куда ты в сторону ведешь? Сидите, Скоробеев, вышел моб еще. Скоробеев, сидите. Подождите, не играйте в моб. Подождите, а теперь играйте.
танк ему немножко нужно набрать, все равно играть. Все отлично. Не буду переагривать, в пизду лишнюю лужу разобьем. Что опасно меня как-то прошивает. Давай, я переагрю. Прожмусь. Переагрею. Только скажите, когда, потому что у меня не показывает. Жук! Забейте хуй, так убьем. Тихо-тихо-тихо, жук. Заливаем жука. Да, я тоже думаю так. Больше ДПСов кинем. Быстрее, быстрее, сейчас закопается уже, заливаем жука. Добиваем и побежали к воде. Бьем с храбеев. У воды что-то там надо разбить одну такую, прям чтобы в воде было. Ждем следующую цель. А, на мне, все, убежал. Остальные в начало. Сбейте в начале одну сферу. В начале одну сбейте сферу. Эскалор на тебе. В воду бегите. Я здесь собью сферу. А, ну здесь есть вот этого, который ближе к воде, в нее вставайте. Скоробеев-то бейте, блин. Да, скоробеев не забываю. Ну, лучше с той сферой рядом, друль. Пизду. То вылезет, как на мне. Бэрни. Лужа упала. Нормально. Все, все, понял. Ну, блять, давай рискнем еще разочек. Там и конец, да, должен вылезти. Уходит. Я прожмусь. Прожался, подхильте, если что. Ебать, ну ебаный ты босс, блять. Ладно, не... Чё-то он любит тебя. Скинь код БР, в принципе. Тут уже так сейчас переводить. Ну, ладно, еще раз покопается. Вывез моб, скоробей сейчас притяну. Заморозил. Ничего страшного. Заливаем моба. Наверное, еще раз побегаем. Не, переведем. Думаешь, ну давай. Переведем, будет, конечно, лучше. Сигиру дать переведем. Давайте играть в скулу. У меня процентов тут нет, поэтому не настроился. 8% осталось. 7%. Да, я думаю, успеваем, да. Бейте в босса, даже с мобов. А что там, у нас приз есть, пусть она давай это. Приз зашакаешь? Извините. За шахту. Ну, если собьется контроль, я скажу, заберешь. Все, жуки пошли. А, метки прохиливайте максимально. А мне метка, пожмусь. Запустить чуть-чуть. Ну, лучше, знаешь, на фулах держать. Я, если что, скажу сегодня, прожмешь. Ну, скажу, если надо. Метки эскалора держите. Сегодня прожми, спокойствие. Нормально, нормально еще. Что? Сейчас метки закончатся, все метки кончились. Могу навара истерею дать. Метки похильте. Поднимите танка на фул, чтобы на нем метка. Опасно. Все. Ну скинь навара, приз нажми гин на хил. На хил? Да. Это почти больше половины. Ну, в общем, метки умирают. Хилы не успевают себя прохилить. Мы все равно успеем добить, но так безопасно будет. Не, просто вижу хп реально, если что, я нажал. Да, я тоже вижу. Хорошо, давай. С первого раза прям забили. Удивительно. А, этот жук. Ничего, ничего, уже добили. О, щит красивый. Да, вот это колотушка. Хочу. Че, щит нужен кому-нибудь?
Ну, за нить кому нужен. Не, просто я бы на трансмог забрал, если не нужен. За нить? Если кому-то еще нужен, то да. Чё, ну я только вара здесь вижу. Скалор, тебе нужен чит?